В Подмосковье большое внимание уделяется развитию донорского движения. Активно участвует в нем и Ленинский городской округ. За более чем 10 лет совместной работы с Московским областным центром крови в муниципалитете состоялось 154 акции, 62 из которых прошли в Видном. За это время более 5000 человек стали донорами. День донора в округе проводится 4 раза в год при содействии местного отделения общественной организации «Российский Красный Крест». Неоднократно временной станцией по переливанию крови становился дворец спорта «Видное». На данной площадке созданы комфортные условия для врачей и доноров. Также акции проводились в колледже Московия и в Центре профессиональной подготовки имени Тинькова. Многие сдают кровь на регулярной основе и считают, что обязаны поделиться своей кровью ради спасения чьей-то жизни. Кроме того, медики отмечают, что эта процедура только положительно влияет на организм и улучшает самочувствие. Присоединиться к донорскому движению может каждый при условии, что нет ограничений по здоровью.